Но он такой еще, вот у него нападение начинает получаться, а на приеме он прям такой вообще деревянный. Они вчера с Радиком тренировались, у него вот эта вот тема. Ему надо вот прям расслабиться, натянуть плечи. Он не может расслабиться и натянуть плечи. То есть, ну, все, штангу, понимаешь, поднимают. Он мне пасы вот так же давал. Вот у него так же вот. Все, да. Закрепощен. Вот они вчера начинают вдвоем. Вот сейчас хорошо было, сейчас было хлестко. И более-менее начало что-то получаться. Только первая тренировка была опасной вчера, да, это только удар. Ну, мальчик считает, что ему пасы не надо. Да! И прием. И прием, да. Это хорошо было очень. А прием у него постоянно либо над собой, либо немножко назад, либо часто. У него наклона нет. Он принимает мяч все время и пасует вот так. Да-да-да. Гордый парень. С плотненьким подбородком. С высока почти. Куда тебе принять? Туда? Давай, беги. Метнулся к ней. Дай. Кинул справа, и справа и ударил. И вот ты чуть-чуть все равно закрепощаешься, вот смотри, расслабленно. Даже пусть оно будет не на силу и не совсем сильный, резкий и такой, да, удар. А он хлесткий, но он расслабленный, смотри. То есть я расслаблен, я максимально расслаблен. Вот это движение поймать, а потом уже можно добавлять движение именно самого хлестка. Быстрее, быстрее. Я пытаюсь быстрее не для того, чтобы сила, для того, чтобы догнать мяч. Да, ты просто постарайся именно поймать вот в таком даже движении. Да, 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 молодец. А нет, сейчас совсем пошла. Да. Предплечье и локоть, как движение гребца. Старайся, чтобы предплечье опаздывало. Ай. Нет. Смотри, стой. Смотри, у тебя какая ошибка? Ты почему-то пытаешься локтя. Нет, у тебя движение должно быть, как это сказать, по инерции. Пошло плечо, смотри, пошло плечо. За ним пошло все остальное, как цепная реакция. То есть движение, смотри, я делаю плечом, все остальное идет. Вот движение, плечо и остальное все пошло. Плечо веди, и остальное все пойдет. Все, закончили? Сейчас. Вырубаю.